23 июня 2021 года клирик Свято-Покровского кафедрального собора протоиерей Владимир Петручек совершил молебен для игроков и представителей тренерского состава футбольного клуба «Немань». «Помилуй нас, Боже, по велицей милости Твоей, молимся, услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Призри человеколюбче, милостивым Твоим оком, на рабов Твоих сих, Валерия, Иоанна, Евгения, Иоанна, Игоря, Максима, Антония, Дмитрия, Георгия, Андрея, Александра, Алексея, Антония, Егора, Романа, Сергия, Владимира, Егора, Олега, Максима, Григория, Дмитрия, Максима, Романа, Егора, Романа, Иоанна, Дмитрия, Сергия. И на всех здесь предстоящих, ко Твоему благоутробию верою припадающих, и услышав моление их, благое намерение дела их благослови, и благополучно начать и спешно, без всякого препятствия, во славу Твою совершите, яко всесильному Царю молитесь, а услыши и помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». По окончании молебна отец Владимир обратился к команде со словом назидания. Всех вас, дорогие братья, я благодарю за молитву. Хотел бы, конечно, вам пожелать успехов во всех ваших начинаниях, пожелать вам, чтобы вы достигали той планки, то, к чему вы стремитесь, всех ваших целей, всех ваших задумок. Дай Бог, чтобы у вас получилось продвинуться по вашей турнирной таблице. Да? Но, как священник, скажу вам, что все-таки самая главная победа – это победа, которая совершается над самим собой. Вы можете несколько раз завоевывать первые места, быть во главе всей турнирной таблицы в течение нескольких лет, но если мы не будем людьми, то грош цена всем нашим победам. Поэтому я вас призываю к тому, чтобы вы, достигая каких-то внешних успехов в своей карьере, в своих начинаниях, в своем хобби, в своей жизни, вы не стремились к тому, чтобы победить своего внутреннего «я», чтобы вы навели порядок внутри своей души, внутри своей совести, внутри своего сердца, всей своей внутренней жизни. И только когда вы как личности будете крепки, как личности будете человеком с большой буквы, вот тогда по-настоящему ваша победа будет ценной. Ваша победа будет по-настоящему полезной и нужной. Поэтому, еще раз повторюсь, стремясь за внешними победами, не забываем про то, чтобы мы оставались с вами людьми, мы оставались с вами личностью. И только когда у вас будет внутренняя крепкая сердцевина, тогда у вас действительно получится что-то достичь. И вот пусть Господь благословит все ваши труды, все ваши начинания. Бог помощь. Вот сейчас. Самое дорогое сейчас. И Господи. И гору, и ногу там тоже можно. Даже кувшин вылетит. Господи. Хорошо. Что, бородатый? Нет, батюшка. О, батюшка, точно. И Господи. Футболист, не футболист. Непонятно. Нет. Братарь. Господи. Ну что, Бог помощь, рады вас видеть. Не забывайте, что Бог всегда рад. Храни вас, Господь, чтобы вернулись вместе с победой.